московском клубе «Известия Холл» прошел 10-й межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира». Мероприятие уже зарекомендовало себя как яркое этническое шоу, основная идея которого – укрепление межнационального мира в мегаполисе. В качестве организатора выступил Московский дом национальностей. Мы в 10-й раз проводим межнациональный фестиваль «Москва в ритмах народов мира». Традиция проводить каждый год этот фестиваль была начата в 2004 году. У нас представлено более 20 коллективов из 16 национальностей. Я думаю, это одно из самых ярких межнациональных мероприятий в городе Москве, которое призвано именно сплотить национальную молодежь, рассказать ей о собственной культуре, рассказать ей о культуре других народов. Это удивительное, уникальное мероприятие в масштабах города, которое было реализовано Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы, Московским домом национальностей, ну и, конечно же, национальной общественностью города Москвы. Перспективы подобных мероприятий, я думаю, в Москве очень интересные, потому что всегда молодежи было интересно собственные корни, собственная традиция, когда они переплетаются с современной национальной музыкой, это вдвойне интересно. Когда ты можешь показать себя, посмотреть на других, это всегда какой-то удивительный, уникальный опыт, который можно передать другим и взять самому. В концертной программе вечера были представлены песни и танцы различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Незабываемые мелодии и ритмы центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Прибалтики, Азербайджана, Армении, Грузии, Средней Азии, Польши и Греции никого не оставили равнодушными.